Вот уже третий день у меня некоторые видео с моего канала YouTube сами удаляются. Я не знаю, или это глючит YouTube, или меня взломали, кто-то заходит под моим паролем. Да, кто-то взломал мой пароль, там узнал, как-то его не знаю. Вот, заходит и сам удаляет случайным образом какие-то видео, выбирает, короче, и удаляет. Вот. Но у меня за последние 3 дня несколько видео удаляются. Каждый день удаляется примерно по 2 видео. Сегодня удалилось уже, вчера удалилось, позавчера. В основном, вот я, например, видео загрузил, оно залилось, процессинг прошел, видео готово, его можно смотреть. И буквально через минут 5 после загрузки написано, что видео было удалено пользователем. Обычно так было. То есть вот оно загрузилось, все нормально, и тут вдруг через 5 минут оно удалено оказалось. Так и написано. Видео было удалено пользователем, хотя я сам ничего не трогал. Вот. А сейчас мне один мой знакомый сказал то, что одно из видео, которое я давно записывал еще полгода назад, он не может найти. Оказывается, оно тоже удалено. Вот, может быть, у кого-нибудь тоже есть такое? Может быть, это YouTube глючит, или меня взломали, я поменял пароль. Посмотрим, как после этого будет. Вот. Все видео, которые загружаются на YouTube, я проверяю и потом их удаляю. То есть все, что у меня, я это все удаляю. Поэтому если какое-то видео будет удалено с YouTube, я уже не смогу ничего сделать, потому что у меня нету. Как только видео загрузилось, я проверяю. Если оно работает, показывает нормально, да, то я его удаляю с компьютера, все. Поэтому все старые видео, которые там удалены, я их не смогу вернуть. Все, если только это не глюк YouTube, если они не исправят, и если видео, которое было удалено, если это по глюку, да, то оно заново само не появится. Вот. Так что если кто-то не может найти какое-то видео, вот, значит, если написано, что оно было удалено пользователем, то знайте, что это вот как раз вот эта самая проблема. Я уже не смогу ничего сделать. Все. Вот. Скажите, если у кого есть такая проблема, вот, если у кого она была, видео удалено пользователем, так и написано все. Никаких нарушений авторских прав, никаких, ничего нету. Я сам ничего, конечно же, не трогал, не удалял. Так что вот скажите, может быть, действительно у кого такая же проблема, вот, может быть, это глюк YouTube, что, скорее всего, есть, потому что, как бы, ну, не знаю, ну, могут, конечно, не знаю, как-то узнать мой пароль, там, да, как любого человека, в принципе, могут. Вот, но все-таки я думаю, то, что это как бы глюк YouTube. Вот, так что говорите, если у кого тоже та же самая фигня. Вот, еще раз говорю, если видео удалено какое-то было, то все, я уже не смогу вернуть. Потому что я с компьютера все удаляю. Вот.